Большой и важный праздник. Сегодня во всем мире отмечается День распространения информации об аутизме. Эту дату не забыли и в Автограде. Одно из городских кафе на несколько часов стало местом проведения праздничного обеда, на который пригласили ребят и их родители. Всего в празднике приняли участие около 100 человек, которых помимо богатого стола ждала развлекательная программа. Очень хочется как-то разбавить жизнь детей, чтобы они могли повеселиться, порадоваться. И, конечно же, это часть социализации деток. Аниматоры уже стали хорошими знакомыми ребятам Центра лечебной педагогики «Чудо-дети». Гостей ждали мастер-классы по созданию фигур из воздушных шаров, мыльные пузыри и танцы. Многим такие мероприятия даются с трудом. Не всем удается сконцентрировать надолго внимание, но веселились абсолютно все. Детям, мне кажется, как и родителям, просто нравится чувствовать себя частью социума, что им рады, что о них не забыли, что они интересны, что они другие, да, но они также интересны, такие же значимые, такие же очень-очень важные.